Хей-хей-хей, всем привет! Рад приветствовать вас, друзья, на канале. С вами доктор, и это Жизнь Фермера. Сегодня по плану я буду проходить тот квест, который у нас связан напрямую с алкоголем. Это довольно страшное такое дело. Смотрите, у меня уже зависимость появилась. И, во-вторых, заберем через 2 дня, точнее, через 2 месяца, заберем готовый комбайн. Приглашаю вас присоединиться, для поддержки сразу поставить лайк. Если есть что сказать, конечно же, пишите, ну а сейчас старайтесь поудобнее, мы начинаем. Так, опять у меня началось, Казимир, дай что-нибудь бухнуть там и так далее. Ох, Казимир. Так, ягодку надо собрать, ребят. Ягодка вещь архиполезная. Так, у меня тут, по идее, у меня тут по 3 куста должно быть. Нет, 2. Ну, допустим. Ладно. Что за квесты нам такие придумали? Взяли Казимира опять... В зависимость загнали. Это безобразие какое-то полное, ребят, честно. Мы с вами целый год от зависимости избавлялись, представляете? Меня опять в зависимость загнали. Ужас. На еще разок съешь. Хорошо. Так, отлично. Значит, что? Ну, я предлагаю, пойдемте уже до Талова, как бы будем сейчас этим делом... Да, вот что-нибудь покрепче он просит выпить, чтобы нам потом... Я не знаю, сколько еще нам заданий таких потребуется. Вот, водка у меня есть. Давайте мы ее всю возьмем. Вот она мне как раз и пригодилась. И будем потом потихоньку от зависимости излечиваться. Ну, а что теперь поделаешь? Так. Пойдемте пешком. Ну, их в баню. Так, значит, что? У меня тут... Тут у меня все спокойно. Я с утра же прошел, тут все собрал. Яйца не собирал, точно. Так, это надо собрать. Это потом мы по осени, когда все это дело у нас... Всякие квесты, поля и так далее закончатся, мы по осени газанем и все продадим. Свиньи всех продадим. Кстати, они у меня не голодные, я надеюсь. Да, посмотрел. О. Так, что там у нас? Еще не голодные. Отлично, упитанные все. Все шикарно. Ладно, хорошо. Что у меня тут с яйцами? 196 яиц. Нормально так. Яиц 196. Ну, да успокойся, Казимир. Начинается все. Ну, блин. Эх, давайте. Так. Филе белуги. Нет, бутерброд. Нет, масло делай. Давай. Ух, как тяжело-то Казимиру. Давай, Казимирушка, давай, давай. Опа. Физическая культура, кстати, помогает в таких вопросах. Тебе это надо как раз. Так, и что там мы? Масло-то все переработали. Бутерброд, ветчину нарезать не надо. Хлеб на куски тоже нам не надо. Это все пусть пока лежит, оно не портится. Слава богу. Итак, значит, что? Пойдемте, избавь от лукавого. И погнали. Вот седа. Остановились в прошлый раз на рынке Залесье. А если быть точнее, остановились вот здесь. Так, Гена, ты сегодня не драчун. Ладно, шут с тобой. Мы остановились где-то здесь. 100 пудов надо, короче, здесь прибухнуть. Че, опять по 2 пузыря, что ли? Серьезно? Ну, это не серьезно. В смысле, 3 пузыря надо, что ли? Ужасно. Где? У меня все в глазах плывет, я не вижу ничего. А, вот. 3 пузыря, серьезно? Одинаковое. Действительно, валун все еще на месте. А в щели я нашел сообщение. Оно все еще должно быть там. Если только они не построили что-то, что ее закрыло. Когда тебе придется сосредоточиться несколько раз и выпить тоже. Мне нужно найти следующую подсказку. Что?
В смысле, туда идем? Подожди. Построили что-то, что ее закрыло. Или что? Я даже боюсь представить, что они от меня хотят. Блин. А я даже не понимаю. А он-то на месте. Чё, три пузыря опять, что ли? Ну-ка. Серьезно, по три бутылки, ребята, за раз, представляете? Это просто ужас какой-то. Ё-моё, алё, дай выйти. Ну, серьезно. Ну, мне по-любому лечиться надо будет, ребята, это какая-то дичь. Так, задание выполнено, одинаковое. Что одинаковое? Ищем реликвию дальше. Младшие братья. Продолжение новостей. Они могли уже вырубить лес, но эти маленькие упрямцы уходят очень глубоко. Не может идти речь о растениях. Снова камни. В те времена они действительно считали некоторые валуны неразрушимыми. Интересно, мне нужно найти следующую подсказку. Опять бухать? Серьезно? Так, давайте-ка мы сделаем так, ребят. Поставить собственную точку. Вот пусть она тут стоит. Возле этого валуна мы будем пробовать выпить по новой, когда маленечко печень отпустит. Чего-то сейчас вот нет у меня желания печень нагружать уже настолько. Слушайте, ну 6 бутылок я выпил, ребят, ни много ни мало, 6. Представляете, 6 бутылок, это ужасно. Ужасно, ребята, это ужасно. Нельзя так над своим организмом, просто нельзя. Так, ну этот уже опустошен. Ух, ужас просто какой-то. Так, давай идем за Леси. Нам нужно к Зое зайти. Да, Казимир, да, согласен. Просто безобразие какое-то. Давай поторгуем. Что у тебя тут? Есть, есть, давай, на. Коробка конфет. Давайте жум-журум порадуем сегодня вечером. Так и быть. Алкоголь я уже не вынесу, а вот коробки конфет порадуем жум-журум. Так, жум-журум, ты как тут, подруга моя? А чё ждать вечера? На, я тебе сейчас, давай, да вот так, на тебе, на коробку конфет тебе, моя хорошая, на. Так. Ленусь, а я загул пошел, короче, уже целый год бухаю, представляешь, вот начал и... Ой, как ты говоришь-то, ну не говори, ну действительно, вот что происходит-то сейчас с этим мужиком? О, у тебя 5 пузырей. Да мне почти на все задание хватит, Ленусь. Ну, аревуар, я пошел. Так. Ага, а вот это-то не надо мимо проходить-то, во. Как же это, вот этот, ну, вот, шикардосно. Ну и, ребята, давайте идем, короче, вот в талую вообще, вот, как говорится, в победную там, во все дела. Че тут, ну а что поделаешь, придется. Давайте на камень залезем, избавимся от лукавого. Эх, ваше здоровье. Не. Да, конечно, пошаливает. Такими дозами наяривать-то. Давай еще один. Но. Че? Еще что ли выпить? Серьезно?
Тихо. А. Куда еще? Хе-хе, я уже не знаю. Давай еще один. Интересно, что будет, если вот еще выпить? Ну, блин. Ребята, я не знаю. Ну и последний. Потом загружаемся по новой. Как я вообще на ногах стою после такой дозы, слушайте. Не, ну не серьезно. Серьезно, это не серьезно. Но меня даже отпустило, а ничего толку нету никакого. Подожди, дневник. Еще раз. Они могли уже вырубить лес, но эти маленькие упрямцы уходят очень глубоко. Не может идти речь о растениях. Снова камни? В те времена они действительно считали некоторые валуны неразрушимыми. Интересно. Мне нужно найти следующую подсказку. Так, давайте мы сделаем по-другому тогда. Вот, давайте, дневник. Вот. Подожди. А, уже все, что ли? Пришло время про... Подожди, чё? Говорят, он умеет не только собирать пшеницу или овец, он даже косит траву. Посмотрим, правда ли это. Лучшее в комбайне в том, что он молит во время... А, у нас уже все, короче, все готово. И нам надо идти к Стасу. Ну, подождите, вот мне интересно, о чем здесь базар? Если разговор вот об этом камне, конкретно про него. То я тогда не понимаю, где и как что искать. Что-то там они могли выкосить лес. Туда-сюда. Так, вот. Что-то похожее. Нет, этот маленький. Этот не похож вовсе. Этот тоже маленький. Похож, но маленький. Ну, в этой игре, к слову, братья, как бы, знаете, относятся довольно интересно. Антоха тоже не совсем, как бы, похож на брата Казимира, если быть честными. Так что, шут его знает, знаете ли. Так, давайте мы, короче, отвлекемся, потом сюда вернемся. Вернусь я потом уже, может быть, отдельно вернусь, потычу тут, полажу. Но пока я что-то не догоняю вообще, что они от меня хотят. Если там хоть какое-то было понимание того, где я и что я, а сейчас я потерян вообще от слов совсем, поэтому я думаю, пока что тратить время мы не будем. В общем, шагаем прямиком в колхоз, забираем комбайн, он, говорят, готов. Повыполняем его задачи. Так, Антоха! Я за комбайном. Ну и ладно. Я сам тогда. Так, включить пресс, оставить грабли. Переключить передачу, слезть. А, наверное, надо... Ну да, топливо-то. Так, вылези. Нам надо солярку. Стасян, вот такое дело, ах. Короче, мне... Ах, солярка нужна, ах. А я ее всю тут выгреб, макарек. Подожди, а куда у тебя соляра-то делась? Я же-то вчера же брал у тебя соляру, а не сегодня.
Ням-ням-ням-ням-ням. Вот тебе ням-ням-ням-ням-ням. Блин, солярка нужна. Эх, сейчас день-то весь и пройдет, ребят. Ладно. Пока пригоним его на место. Открой. Дай соляру. Вот, будь другом. Отлично. И пошли обратно вот сюда. Так. А как заправить-то тебя? Подожди. О! О! Вот это техника. Так, а я ж отсюда не выйду сейчас. Или выйду? Ну, я ж говорю, не выйду. Нет, конечно, тут не влазю я. Подожди. Да, блин, зачем ты вылез-то? Казимир, залезь обратно. Так, теперь давай вперед. О, пролез. Ха-ха. Так, значит, он у нас косит траву, ребят. Могу я тут его скосить? Так, включить пресс. Оставить грабли. Т. Опустить? Надо было, наверное, сказать. Такие спутанные, понятно. Поднимай. Не, подожди. О, все, отлично. Так, давайте возле дома покосим. Я теперь, ребят, на технике, на настоящей. Вы посмотрите, какой красавец-то, а. О, на фоне заката прям красота. Просто вообще. Картинка с обложки и только, ребят. Кстати, а что за... За марка это? Не Нива? Нет, не Нива, наверное. Нива он попозже, наверное, был. Это прям совсем ранний какой-то. Так, ладно, давайте, короче. Надо покосить. Покосить, покосить. Не от работы покосить, а траву покосить. Оп-оп-оп-оп. Подожди, нам вперед. Так, что у меня, 5 литров соляры есть? Это хорошо. Так, и вот тут мы сейчас покосим. Кстати, да, можно поля готовить сразу комбайном. Это прикольно. Так, давай. Буква Т. Опускаем. Поехали. Пошла жара. О! Прикольно. Сейчас мы тут все побреем. Так, еще пресс включить. Давай включим пресс. Он будет тюки сейчас собирать, ребят. И в тюках сразу, по-моему, будет, да? Или нет? Или я ошибаюсь? Что дает пресс? Пока непонятно. Выключить утюг. Обалдеть. Так, ладно. Ты. Подними обратно все. Вылази. Так. Что за утюг я там включал-выключал? А, давайте посмотрим в дневнике. А, он косит, мы выполнили, он молит. А, лучшее в комбайне в том, что он молит во время движения, отделяя зерно от соломы. Так, ну это понятно, это нам надо зерно. Собранное зерно попадает в мешки. А когда места уже не остается, следующие мешки сбрасываются за комбайном. Давайте попробуем это на каком-нибудь поле овса или пшеницы. Нет у нас тут поля овса или пшеницы, хотя... А, нет, у меня там...
посажена же не овес и не пшеница. Ладно. Стас добавил что-то от себя в эту модель, благодаря чему она должна работать как сноповязалка. Достаточно проехать через свободную кучу травы или сена. И если пресс включен и веревки хватает, то комбайн сделает так. А, вон о чё, ребята. Я понял, сейчас мы это дело сотворим. Нам нужна веревка. Веревка у нас есть. Вот она, веревка. Пошли. Итак, нам нужны... так, использовать, добавить топливо. Выключить. Так, подожди. А как заправлять эти снопы? Понял. Вот я ее заправил, так заправил. Так, давай, свет включили. Теперь давай, Г, включить пресс. И поперли. Нет, ребят, надо этот опустить. Стопудово. Оставь грабли. Оставим грабли. А вот теперь поехали. Да, да, отлично. Отлично, ребята. У меня сейчас просто будут лежать красивые кубики. Хо-хо-хо. Красота. Он еще ни одного кубика не собрал, что ли? Серьезно? А, вот они, кубики, лежат уже. Кончился! Соляра! Так, давай, опусти. Или подними. Выключи утюг. Ха! Ребята! Ну, слушайте, ну прикольно. Мне нравится. Это все можно будет в кузов закидать. У меня как раз сено маленько подзакончилось. А, и кстати, здесь же добавили новую фишку. Хотите, покажу, подемонстрирую. Так, избавь меня от лукавого. Опа. Ха, как вам? Костерчик. Что-то он быстро, короче. Прикольно. Короче, лишние ненужные кучи можно сжигать. А снопы, интересно, вот эти готовые, которые сжаты, их можно поджечь? Тоже можно. О! Пиромания прет. Так, ну это вот не поджигается. Ладно. Так, ладно, пусть его стоит на улице. Пока что. Но это прикольно. Можно, ребята, теперь сельским хозяйством, именно огородом заниматься уже в других масштабах, в более мощных. Жум-журум, привет, дорогуша. Как у тебя дела? Но. Кстати, у нас же теперь есть ягодка. И мы можем любимую ягодную наливку. А, ну вот, черничная наливка. Это же как раз жум-журум же любит это дело. Давайте мы ее споим чуть-чуть. Сегодня настроение ей поднимем. Да, слушай, я тебе вот что. На тебе и на тебе. Ай, я тебя тоже люблю, моя хорошая. Да, конечно. Так, давай. Что-то тут потемнело все. Включи свет. Ух, так, ну что у нас, день подошел к концу, да, и у нас завтра будет уже июль. Кто надоумил тебя бросить пить? Я тебя надоумил бросить пить, бросай давай пить, Казимирушка, безобразием ты занимаешься. Знаете, что надо, ребят, надо подъехать на тракторе поближе и выгрузить соляру, дабы она у нас тут не стояла посреди поля, а точнее посреди двора. Да ё-моё, о чём это отцепляется-то? Чё за фигня-то? Ехаем обратно за... Я аж заговорился. Обратно за прицепом. Прицеп отцепился опять. Чё за автосброс тут понапридумывали. Зацепись. Тебя никто не отцеплял, а ты взял, отцепился. Спокойно, Казимирушка.
Ты столько выпил, что мама не горюй. Так. Ну на. Отлично. Ну солярки-то, ребята, теперь надо-то. Ого. Нехило. Все техникой потихой обросло. Все везде соляра нужна. Обалдеть. Так, ну нам надо за зиму, короче, я так подозреваю, поднакопить. Да, что мне копить? Сажать сено, солому и вперед комбайн полный рост. Не картошку, а именно вот для комбайна всю эту историю сажать. Да, примерно как-то так. Тяжеловато ему, да. Мед таскать. Так, малина. А, это надо сперва сварить нам. Подожди. Это сперва сварить надо. Да. Так, это, давай пока уберем все. Малину уберем. Мед уберем. Сахар у меня что? Сколько сахара вообще? Есть ли сахар? А если сахара нет, ребят. От слова совсем. И сахарной свеклы тоже нет. От слова совсем. Да, ее 4 штучки всего лишь. Сахар-то есть переработанный. Как интересно. То есть мне, по идее, надобно бы... Так, на-ка съешь бульон. Мне, по идее, как бы надо сахар. Ни много, ни мало. Да, это тема. Жум-журум, время 12 час, а ты чё не спишь, моя хорошая? Пошли спать. Так, ну чё, давайте, утро вечера мудренее. По-любому здесь уже делать нечего. Пошли спать. О! Жум-журум наградила меня тут сердечками. Так, надо думать, пьяная женщина, чё поделаешь. Так, хорошо, в подарок мне чуть-чуть навоза насобирала. Ну, молодец, чё скажешь. Так, свет выключить только забыла, как всегда. Хоть и женщины. И без них никак, и с ними, без них скучно будет. Короче, в любом случае никак. Так. Давайте посмотрим, кто там у нас скоро умрет. Возможно, кто-то из свиней, потому что, по идее... О! Кто там у нас? Да, он коняга... Короче, хватам бы кого продавать надо. Надо пойти продать. Так, кто там? Ты что ли? Лошадь, пошли со мной. Ты что ли? Коза, пошли со мной. Так, вот еще, смотрите. Козел тоже. Так, и курица он там у нас. Ну, с курицей у нас разговор простой. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Во. Ого. Ты на кого там, пытался кинуться, блин? Так, курица. Сейчас, подожди, с тобой надо разобраться. Отлично. Так. Смотрели? Вот, смотрите. И с вами такое может быть. Так, пойдемте еще проверим тот край. Где у меня тут куча вообще народу стоит. Так, тут вроде все в норме. Да, здесь что у нас как? Блин, так, наверное, не посмотришь. Надо, наверное, открыть. И посмотреть. Так будет правильнее. Так, да, здесь у нас самцы в теме. Так, здесь. Здесь бараны. Ну что ты? Эй! Коза! Иди сюда. Не дала ворота закрыть. Закрой. Так, тут что у нас? Так, там, по-моему, какая-то у нас свинья готовая, кандидат.
Да, вот она. Есть. Надо это все продать, ребят. Убоем заниматься мне не хочется. А мы сейчас это все продадим, и деньги будут. О, а это что? Ха, прощелкал. Одна у меня готовая, короче, осталась. Пошлите ее, выпотрошим. Так. Так, иди сюда. И нести. Пек. Да, давай, выпотроши. Все, хорошо. Мясо набрал, всего набрал, все полно. Так, идем сюда. Надо это все дело подраспродаться. Так, а у меня что, козел с козой? Все, что ли? У меня нету других, получается. Подожди. Так, ты у нас козел, а ты у нас коза. Выздоравливает после родов. Да. Вот это вот у нас мелюзга, это вот от тебя. Ну что-то, блин. Козленок-то прям совсем маленький. И у меня ведь нету больше козлиных душ-то. И здесь, по-моему, тоже нету никого. Да, конечно. А, вот еще есть. Ну, это в норме. Так, ладно тогда. Окей, давайте тогда мы это дело сейчас подраспродадим на велик. И в колхоз к Петрухе. Так, Петруха, я тебе тут народу припер вообще, ты не представляешь. Их, сколько. Так. Подожди. Надо, знаете что? Надо почистить их. Они вообще в таком жутком состоянии все. Сейчас копейки за них дадут. Копейки вообще. Подождите, я же вроде свинью какую-то брал. Или нет? Или не было свиней? Нет, свиней, по-моему, не было. Нет, была одна свинья. Точно помню. Она не зацепилась, странно. Ну, сейчас проверим, зацепилась, не зацепилась. Так, эту отцепил, эту отцепил. Да, и у меня все отцепились. Ну, понял тогда. Да, папаратуру-туту. Давай, так, продать своих животных. Вот, все три твои теперь. Хрясь. Потом хрясь. И хрясь. Вот. Петруха. Понял, да? А где мой велик? Вот он, велик-то я не продавал. Мета тут бросьте. Так, да, черт, водки постоянно просит. Да, Казимир, ну, блин, такое задание. Я что сделаю? И то я до сих пор так и не понял вообще, что делать с последней подсказкой. Но... конкретно по заданию вот здесь это нам нужно поле с пшеницей или с овцом. У меня ни того, ни другого нету, поэтому зерновых я не сажал в этом годе, и поэтому надо будет подождать. Это в следующем году мы это будем делать. Так, ну а так остальное, то смотрите, он опять отцепился. Безобразие какое-то. Странно. Так, что у нас тут есть? У нас есть тут брага одна. Одна брага и больше нету ничего. Да, брагу надо делать. Давай, 4 бутылки. У меня тут есть, он дофига и так бутылок. Давай мы наоборот вот сюда 9 уберем. Да, 4 осталось. Все, потом идем сюда. На, вот это сюда. Так, подожди, я понял, это мы сейчас не заберем. Вот, теперь давай. Это сюда. Отлично. Пошла жара.
Так, теперь то, что я там насобирал, давай вот сюда выгрузим. Ух. Нормально так загрузил кладовку. Здесь у нас тоже вот сюда. Так, ну и что делать-то мне, ребята? Вот я не знаю прям, может быть, ассортимент там замутить? Да я понимаю, что тебе хочется, Казимир. Но это всего лишь навсего из-за того, что нам надо было найти место, куда нам и как нам пройти. А, получается, что с этим у нас теперь только сажать надо. А вот здесь, может, взять лопату и попробовать там что-нибудь выкорчевать. У меня есть лопата с собой? Нет, лопаты нету. Давай, возьми лопату. Сначала выкосить траву. Там еще поди коса понадобится. Подожди. Где моя боевая коса? Вот. Так, давайте попробуем еще разок, ребят. Не знаю, вот что-то у меня как-то мозгов не хватает. Ну, я, насколько понимаю, разговор здесь идет следующий. То есть они могли уже вырубить лес, но эти маленькие упрямцы уходят очень глубоко. Не может идти речь о растениях, снова камни. В те времена они действительно считали некоторые валуны неразрушимыми. Интересно. Младшие братья. Ну, младшие братья, ребят. Тут про выпивку ничего, кстати, не говорится. Ну, да, вот там два маленьких камушка я нашел. Ну вот, блин. Так, это что мы выкопали? Что-то. Так, ладно, здесь что? Ну, мы копаем. Ни много, ни мало. Возможно, в этом какой-то смысл. Пошли другого младшего брата. Да мы и этого можем копать. Давай этого покопнем. Так. Ну. Не знаю вообще, если честно. Ететь, вот это меня тут расплющило. Так, в общем, ребят, с подобным заданием, с данным заданием, произошел некий конфуз. Нифига я не понимаю, а какие камни. Некоторые валуны неразрушимыми, интересно. Что значит неразрушимыми? И что с ними сделать? Ну, неразрушимыми камни считались, да? Я уже пробовал, то есть я с... разобрал камень, все, я его выкопал. Все камни разобрал, выкопал и все равно. Может, вот тут надо вот поразбирать их? Интересно, действительно. Давайте все их раскопаем. Если ничего не получится, я опять загружу, потому что, ну, мне кажется, это дело... Здесь про выпивку уже речь не идет. То есть, мне кажется, здесь уже просто надо
попробовать именно то, что они там рекомендуют сделать. Не знаю. Ну вот, похожие камушки, вот они. Ну, бог его знает. Может быть, тут свой взгляд на вещи. Но здесь про близнецов речи уже тоже не идет никаких. Просто младшие братья. Это вот они, видимо, младшие братья. Так, у нас лопата скоро сломается. Ну вон тот камень я разбирал, это однозначно. Вон тот. А вот этот камень давайте еще попробуем. Но мне это ничего не дало, ребят. Ну давайте попробуем вот этот разобрать еще. Может, хватит на него еще лопаты. Эй! Лопаты не хватило. В общем, что, друзья, давайте мы сделаем таким образом. Я не буду больше на него сейчас пока что отвлекаться, потому что, ну, у меня нету информации, что там делать далее. И по вот этим вот непонятным подсказкам, которые мне тут вот продвигают, я тоже, в принципе, в тупике. Поэтому пока на данный момент сделаем тайм-аут. Возможно, что-то появится потом. Последняя подсказка меня привела вот сюда, в эту точку, к тому валуну, который там лежит. И на этом все. Дальше, я так понимаю, отсылка идет на младшие братья. То есть снова камни. В те времена они действительно считали некоторые валуны неразрушимыми. Интересно. А о каких валунах? Могли уже вырубить лес, но эти маленькие упрямцы уходят очень глубоко. Да, то есть это вот разговор конкретно вот про эти камни. Может быть, ребят, надо было... Как у меня? 40%. Давайте лопату починим и вообще все их выкопаем. Может, разговор в этом? Так, а что там для починки-то нам надо? Для лопаты... Просто одна доска. Давайте сейчас сделаем. Одна палка. Вот прям вот попытку последнюю сейчас, ребят, мы с вами повторим. И пока на данный момент, наверное, я сделаю небольшую. Потому что, видите, тут есть отсылка и на... Смотрите, давайте вот еще раз прочитаем более внимательно. То есть, они могли уже вырубить лес, но эти маленькие упрямцы уходят очень глубоко. То есть, смотрите, разговор идет о камнях. Вот этих маленьких камнях, которые лежат вот здесь вот перед лесом, который вырубили. То есть там, скорее всего, была пушка леса, и ее нету. Не может идти речь о растениях, снова камни. В те времена они действительно считали некоторые валуны неразрушимыми. Интересно. То есть вот как-то так. Ну да. То есть вот здесь вот по-любому речь идет вот об этом. Так, избавь меня от лукавого. И пошли еще разок. Ну, вот этот камень. Да. Вот этот камень мы, ну, никак не могем. Да. Давай вот эту возьмем лопату. Что ты у старосты там собрался брать? Какое разрешение? Хе-хе. Ладно. То есть вот видите, там у старосты разрешение, а здесь мы можем спокойно вот это выкапывать. То есть вот эти валуны мы можем спокойно копать. Так, вот и маленький тоже. А, вон еще валун, ребят. А, может быть, вот в этом валуне вопрос. Я его не выкапывал. Слушайте, вот этот валун я не выкапывал. Он отдельно так обособленно лежит. Ну-ка, подождите. Может, там разговор вот в нем был? Ага, фиг вам. Хе-хе. Так, ладно, пошли. Продолжаем идти по первоначальному плану. А если принять на грудь, копать будем?
Ну, я выкопал все валуны, которые тут лежали. Вот еще вот маленький камушек. Подождите, а разрешение у старосты что у нас? Есть разрешение у старосты копать? Так, погодите, что, получается, у старосты еще можно разрешение взять этот валун скопнуть? Давайте попробуем, ребят. Чем, как говорится, черт не шутит? О, Гена, ты зря. Я сейчас не в настроении. На! Геннадий. Так, забери все и пошли. Вован! Слушай, ну вот за коробку я сейчас тебя спрашивать буду. Скажи мне, вот тот камень я могу разобрать? Мне интересно. Ну, нет, Вован. Вот здесь камень этот находится. Вот здесь или здесь? Подожди. Погоди. Вова, подожди. Ну нет, он находится не там. Давайте попробуем его взорвать в воздух. Так, мины у меня есть готовые вообще? Да, вот одна как раз есть. Вот мы ее сейчас и попробуем. Так, подожди, нет, не мина мне нужна. Мне нужна граната. Взрывчатка. Так, а взрывчатки у меня тут нету. Где моя табуретка? Где моя табуретка? Вон она где. Кто ее туда? Блин. Алло, гараж. Возьми, конечно. Как она там оказалась? Вот, теперь давай сюда. Бомбу, да. Три мины, один хлам, советская граната, немецкая граната. Так. Мина у меня одна. То есть мне нужно еще две мины, советская граната, все остальное есть. Так, две мины и советская граната. Так, давай, Зоя. Тут к тебе дело вдруг неожиданно прорисовалось. Так, Гена сейчас опять кинется. Да, давай. Чё, мы уже привыкли к тебе, чё? Ах ты! На! Геннадий! Так, давай. А, Вера, Зоя, она же. Да, мины. Вот, давай, мины. Вот, и советскую гранату тоже давай. О, подожди, почем она вообще? 448. Да пофигу, давай. Давай, давай, давай. Так, и пошли обратно делать. Так, немецкая граната. У меня есть. Что там еще есть-то? А, хлам и одна немецкая граната. Да, давай, давай, давай. Хлам один. И одна немецкая граната. Один. Так, теперь пошли на табуретку. Оп. Собери бомбу. Так, а что там у нас? Это у нас как-то уже... Тут простенько, тут ничего сложного не имеется. Давай это сюда. И это сюда. Хорошо. Так, бомба есть, а остальное давайте мы все выгрузим. Че я буду с собой это все таскать? Так, и шприцы сюда. Пиво, вода, нау-манау. Так, ну все, это все пока пусть там. Так, ну, еще раз, избавь от лукавого. Ну, блин, это, ребят, последняя попытка. Если ничего не получится, то я, наверное, сдаюсь. Буду искать прохождение чье-нибудь
Потому что, ну, по-другому я не понимаю, как это так. Давай где-то вот тут, наверное, тебя поставим. Чпок. Все, я валю отсюда. Опа. А вы смотрите, как камни разлетелись или что это? А, нет. Хе-хе. Камни. Хлам разлетелся от танка. Да. Хлам от танка разлетелся, но... Больше ничего тут не получилось. Да. А может вот сюда положите? Ну, я сомневаюсь, ребят, что это что-то здесь поможет. Давайте положим прямо на сам этот. Давайте положим прям на сам камень. И прям на камне. Вот тут, видите, тут выемка какая-то есть. Вот, может быть, это тоже типа подсказки. Знаете, так, ну, на сам камень он сюда и не ложится. Вот, как ни странно. Вот так вот. Ни много, ни мало. А, ну, а где-то тут подносик положить ему. Ну, на. Ну, я думаю, в принципе, вряд ли что-то поменяется. Ну да. Ничего не поменялось, трещин не появилось, так что... Ну что ж, дорогие мои подписчики, уверен, кто-то наверняка этот квест прошел. Поэтому пишите в комментах, что я делаю не так, потому что у меня как бы вывих, вывих правой и левой верхней извилины, и она зашла за нижнюю, среднюю, заднюю извилину. Короче, я в замешательстве, не могу понять, что надо делать нам с тем квестом. Я получил опять за сегодняшнюю серию зависимость алкогольную, будем ее лечить далее, ребят. Вот, ну а это будет уже в следующих сериях. Надеюсь на ваши комментарии, что вы опишите, что же нам сделать, чтобы разгадать загадку с этим камнем или с камнями. А на этом на сегодня мы будем завершать. Понравился ролик, ставьте лайки, есть что сказать, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо, что досмотрели до конца, да пребудет с вами Джойстик. Всем пока, до скорых встреч!